что вот мы, скажем, из общих соображений, мы можем сказать, что, например, там, что-то есть. Все, что выводится, то, с точки зрения, конечно, приемлемо. Но в общем случае, как можно характеризовать то, что выводится, ну, как доказывать, что что-то не выводится. Но тут приходит на помощь тоже оператора для изучения перечисления, алгебраический аппарат. Приходится понятие логическая матрица. Логическая матрица – это такое непустое множество m, в котором выделен элемент, если выделенный, обращаем единицей, единый элемент, и задан операцией, которую обозначим точно так же, как логическая операция. Двухместные операции – конъюнкция, дизъюнкция, репликация, и одноместные операции – отрицание. Но это к логике отношения, потому что операции над элементами множества n. При этом должны понять следующие условия. Во-первых, если x, если один стенка x равно единице, то x равно единице. Одно условие, и второе условие такое, что если x стенка y равно y стенка x не равно единице, то тогда x равно y, то есть это одно и то же не будет. Это логическая матрица. Ну и дальше будет понятие, то есть множество, те же самые операции, что высказывали, что это формула. И теперь, если у нас есть, напишите, какая-то формула с переменными p1 и pn, вот, мы эти переменные придаем какое-то значение к элементам множества m, там элементам логической матрицы, 1 на n, и выполним те операции над ними, которые указаны в формуле, то получим то, что получается значение этой формулы, ну, такой оценки. Переменные придаются значения. Это будет элемент множества. Ну и дальше говорим, что формула общезначима на данной матрице, если она при любой оценке, то есть при любых значениях переменных принимает значение единицы. Единица это как бы у нас аналог настоящей истины, а остальные элементы это как бы тоже как бы истинное значение. Но мы не вникаем в их смысл. Дальше есть понятие модели исчисления. Моделью данного исчисления, если все формулы, вводимые в этом исчислении, общезначимы на этой матрице. Ну вот пример. Ну еще понятие точная модель, это значит такая логическая матрица, на которой и признаем точность тех форм, которые вводимы в данном исчислении. Ну и вот сегодня мы посмотрим, как бы, примеры моделей разных исчислений. Но самая простая, первая логическая матрица такая. Множество чисел 0 и 1. Операции вот те самые, которые в классической логике используются, по таблице. Но какие формулы еще значит примат? Точно тавтологии. То есть классическая тавтология. То есть эта матрица это точная модель классического исчисления куска. Дальше. Матрица М1. Там будет вот что. Там будет три элемента. 0, 1, 2 и 1. Операции определим так. X и Y. Это будет минимум из X и Y. X или Y. Это будет максимум из X и Y. X стрелка и Y. Это будет вот что. Единица. Если x не превосходит y, это будет y, если x больше, чем y. И отрицание x, это будет так, что x стрелка 0, то есть это будет единица
если x равно 0, и будет 0, если x не равно 0. Ну, это некие простые выкладки показывают, ну, проверка пошла, что это будет модель интуиционистского вычисления высказывания. Если в этих аксиомах там, передавать там, букву АВС значение 0, 1, 2, 1, и по этим формулам вычислять, то получится единица. Это карутинная работа. Только надоело. Теперь мы можем строго, формально доказать, например, что в интуиционистском вычислении высказания не выводится за простой черного третьего. Потому что возьмем такую оценку. Пускай P принимает значение 1, 2. P равно 1, 2. Тогда не P по этой формуле, это будет нулем. А значение P или не P, это будет какое? Это будет максимум из 1, 2 нуля, то есть 1, 2. Никак не единица. Это формально доказать того, что закон черного третьего не вводится в это вычисление. Но опять это не будет, ну то есть аналогично, таким образом доказывается, что закон двойного отрицания тоже не выводится. А скажем, берем такую формулу, там, не P или не P. Не P или не P. Кажется, форма тоже не выводится, но с помощью этой матрицы этот факт обнаружить нельзя. Потому что, смотрите, при такой оценке, типа 1, 2, не P, это что будет? Это будет единица. Единица. Но тогда не P или не P тоже будет единица. Максимум. Будет единица. А ну, понятно, что если кроме значения 0 и 1, то тогда будет получаться единица. То есть, получается, это как бы вот не это самое. Матрица не будет точной моделью.